Дорогие избиратели, я уже третий день... Четвертый. Какой третий? Третью неделю в поисках жилья. Я ночую по заведениям Харькова. Сегодня я буду ночевать в кафе, не кафе, в супермаркете «Брусничка» по адресу на Петровского. Где-то, короче, фишка в чем, что... Мои глаза, они не выспавшиеся, посмотрите. Да давай, по делу. Нет жилья, ребята. Нужно жилье. Мы записываем это видеообращение, просьбу всех людей, которые это увидят, чтобы они помогли нам найти жилье. Вот Александр Пальчиков, он да, же Саша, фотограф. Пожалуйста, всех ночных клубов. Там негде жить. Ребята, посмотрите, я хожу в этой футболке уже третий день, и нигде ее постирать. Голову сегодня помыл впервые за два дня. Так что, пожалуйста, найдите нам квартиру. Недорого. Хорошие девочки, скромно. Звоните, пишите, мы примем, придем к вам на помощь. Пожалуйста. Будем платить субаренду с вами и жить. Вот так вот. Поэтому ждем ваших откликов. Мы там искали, где мы искали, на Сланда, всякая херня там. Поэтому звоните, пишите.